Всем привет! Сегодня мы рассмотрим самые необычные модели автомобилей ЗАЗ. За все годы существования завода было изготовлено много разных моделей, и некоторые из них можно увидеть в нашем сегодняшнем обзоре. Транспортер ЗАЗ-967. Это советский прототип транспортера переднего края, который имеет полный привод и может преодолевать незначительные водные дистанции. Проект автомобиля ЗАЗ-такси – один из лучших конкурсных проектов Запорожского автомобильного завода. Грузовой автомобиль ЗАЗ-970 – грузовой автомобиль, изготовленный Запорожским заводом в 1961 году. Легковой автомобиль ЗАЗ-1102 – первый опытный экземпляр Таврии, изготовленный Запорожским автомобильным заводом в 1970 году. Легковой автомобиль ЗАЗ-968МП. Легковой автомобиль-пикап, выпущенный в 1990 году Запорожским заводом на базе Запорожца с жабрами. Легковой автомобиль ЗАЗ-1102, второе поколение, изготовленный Запорожским автомобильным заводом в 1973 году. Пикап ЗАЗ-965П. Маленький грузовой пикап, изготовленный заводом в 1963 году на базе Горбатова Запорожца. Автомобиль ЗАЗ-969. Уникальный внедорожник, изготовленный всего в двух экземплярах, изготовлен на заводе в 1964 году, очевидно, являлся прототипом ЛУАЗ-969. Микроавтобус ЗАЗ-970Б, изготовленный на Запорожском автомобильном заводе в 1962 году. Легковой автомобиль ЗАЗ-1102, третье поколение. Выпущенный в 1976 году. Легковой автомобиль ЗАЗ-1701. Семейный универсал, изготовленный в 1990 году.